Всем привет! Сегодня мы на обзорной экскурсии гора Тахталы. 2300 метров. Женя пережил у нас это. Сейчас постараюсь вам показать. Уже такая дымочка появляется. Тут вот так, вот так. Кто раньше следил за нашими фотографиями и видео, было видно, вот гора самая высокая, где снег белый наверху. Так вот это она и есть, мы на ней. Вот такая красота. Тут все Китай, Вьетнам, как всегда, во всех странах заполонено. Так вот выглядит площадка обзорная. Там ничего не видно? Море не видно? Море нет, а этот видно. Как? Кемер. Кемер видно? Сейчас постараемся. Ну вот отсюда мы приехали. Можно видеть, вот канатная дорога идет. Ну, ехать так недолго, быстро нас вообще подняли. И вот не знаю, видно, нет на видео, но вот там вот море уже все. Солнышко как раз нам в центр светит. То есть, поэтому даже не знаю, видно или нет толком. Ну я боюсь высоты. Сейчас сделаем пару фото. Ну, кто хочет поехать, советуем. Красиво. Впечатляет. Кстати, вот присмотрелась вниз. Там видно, вот там внизу, вот видно, откуда нас садили, площадка в самом низу. Ну, Сочи отличается. Тут такая одна кабинка. Всех туда садят, человек на 50-70. Всех везут.